Вот ромашечки тебе. Ну, букет есть? Ну, мы другой соберем ей. Чтоб невесту тебе покорить, надо бы букет тебе подарить. Нет. Нет, я уже с букетом. Букет особый. Обрати внимание на цветочки вот это. Каждое новое задание. И чтобы букет любимый положить цветочек, надо выполнить абсолютно точно. Вот тебе первая ромашечка. Давай. Читай. Есть такое для тебя. Погромче, пожалуйста. Жених задание. А? На листочке губ девичьих очертаний. И сейчас ты очень постарайся, где невеста, губки догадайся. Ой, губки? Ищи, давай. Подумай хорошенько. Вспомни. Тихо, тихо. Ты мне, главное, не мешай. Я не мешаю. Я мешаю. Как ты? Ты что? За вторую попыточку. Да, в смысле? Давай, ладно, сейчас оптом возьмем. Вторую попыточку. Ну как так, ну что ж. Как вы там рисовали? Мы не рисовали. Да, конечно, да, я знаю. Вот эти. Нет. Помогай, помогай. Давай, ладно. Так. Ну вот. Да нет. Нет, это тоже ребенок. Да нет. Вот эти так. Да нет. Да как нет, вот эти. Да нет. Ну уже подождите выбирать просто. Все, прости. Плати давай. Вот давай. Я тебе говорю. Так, давай, вот эти. Плати все. Андрей, все, давай. Плати. Плати давай. Нет, плати. Давай плати, не пропусти. Давай, Люба, вставай. Сестру тоже слушать надо. Видишь, что тебе сказали? Сестру слушай. Не меня, да? Хорошо, чуть заплатит. Я знаю губы твои. А какие губы-то все-таки? Ну, ты правильно? Вот эти? Есть, конечно. Да? Какие? Ну ты... Вот! Ну что ты, блин? Нет, мы еще стоим тут. А что, давай уже подниматься, хорош. Нет, стой! Уже пора, у нас стоять, вторая ромашечка, солнышко мое, нач. Слова любви охота всем послушать, но просто так их говорить не надо. Ты спой жених невесте серенаду, но так, чтобы... Зовем ее. Давай. Лучше вас сейчас точно зовем. Ой, давайте все вместе. Да, и честно, мне с тобой повезло. С тобой так повезло, да? Ну ладно, ладно, ладно. Спасибо. Все принимаем участие. Активно. Сейчас легко и динамично. Станцуй нам танец заводного. Можно включить, пожалуйста. Как вас? Невесту любишь ты свою и знаешь много нежных слов. Скажи-ка, я тебя люблю, используя пять языков. Первый, наверное, я тебя люблю. Молодец. Хочешь, I love you. Угу. Нет, ты не меня, ты туда обращайся. Ты куэра. Это на каком языке? Не суть, это язык. Хорошо. Потом переведешь. Окей. Еще два. Еще два. Я тебя. Ну это я знаю. Слышь, это давай. Последний вообще думаю. Но я тебя кохаю. Да, ну и. Все, дальше не будем, да? Из имени своей невесты, милой, придумай 10 уменьшительных имен. Таких, чтобы их приятно слышать было, чтобы ясно стало, ты в нее влюблен. 10 уменьшительных, быстрее. Холодно. Что значит быстрее? Ты не торопись, давай. Холодно! Меня это не волнует. Я здесь что стоял? Натусик. Натулечка. Наташечка, Натик, Ната, Натуленочек, Натуленочек, Натулясик, Наталочка, Натулясичек, давай, Натулясичек, Натали, Натенок, Натенок. Ну молодец, Деся, давай последнюю ромашечку. Невеста у тебя жених, краса волшебная, но ведь и теща настоящий клад. Встань на колено и скажи ей речь хвалебную. Не спрашивай. Справишься. Справишься, заплатишь нам деньжат. Так что, куда ты? Речь хвалебную. Это уже не твое, все. Ну, не остановись. Ну так, да, как бы. Вот так. Ну ладно, бог с ним. Я встану, мне не жалко. Тетя Ань, вы лучшая мама. Воспитали такую дочку. Я в восторге. Подожди. Ты грейся. Я грейся. Конечно. А уже все ружилось. Мне кажется, ты больше знаешь, Наташа. Ой, сейчас я играл. Моя красавица. Ты? Ты?
вот это, то, что написали. Да. Уже сокращается, видишь. Все? Да. Читай. Мои мечты, как сказки. Твои дивные. Твои дивные красоты, твои голубые глазки, мой идеал, моя красавица, ты выше всех похвал. Мне очень это нравится. Девочкам нравится? Третья, двенадцатая. Это начало наших отношений. А какой ты у меня? Я добрался уже, нет? Нет, наряд невесты. Грустно. Проходим. Саш, Марта. Вот какой нарисую, что она есть. Здесь шелк, да? Ну, сейчас, подожди. Ничего, оно лучше сейчас будет. Не переживай. Что еще? Могу губки подкрасить. Декольте. Не, ну я могу, конечно, разукрасить, платье будет. Это что тут это такое? Платье. А в декольте сделали? Точно, точно. Свитерочек. Свитерочек. Нам нравится? Нравится. Отлично, все. Потрясающе. Пускай. Это билетик скорее. Может быть, это билет упадет, за который платить-то вовсе не придется. Он и будет твоим пропуском к невесте, чтобы дальше вы все время были вместе. Если ж хочешь поскорее ее забрать, то все билеты раз покупают. Ну что это? Нормально, что это? Ну ладно, билет. Ну ладно, что это? Настя, ты не забывай, ты сестру заподдел. Пожалуйста, друга. Кто друг? А кто друг? Кто друг? Ну, а с моей стороны? Я думал, отсюда. Ну я не могу быть другом, я как бы девушка. Таро покупаю за настоящие деньги. Чуть за... Я сестру за фальшивки не продаю. Тяни. Чё так билетов-то нам? Аплодисменты. Ну, пожалуйста, все купить. Чё значит? Ну вот, ты билет, ну не купила. Теперь у меня три двери. Раз, два, ну это мне третья. Какую выбираешь дверь? Чтобы пройти к невесте. Раз, два, три, да? Тут прям отвечаю, правда, правая. Чувствую. Вот сюда, пойду. Сюда? Плати деньги, а потом зайдешь. Извини, ну мне! Мне! Все, заходи, там невеста твоя. Выводи ее, подождите, секунду. Пойдем. Выводите. Пойдем. Пойдем. Вот она. Вот она. Устраивай. Устраивай, да? Следующая дверь выбирает. Плати. Плати и выбирай. Анечка, выйди туда.